Друзья, всем привет! На связи Курман Вайн, с вами я, Антон. Сегодня у нас важная миссия. Сегодня мы начинаем клеить таблички наших партнеров. Вот такие вот на заведения, которые предоставляют по нашей карте скидку, друзья. Сейчас поеду в город, представлю вам пятерых наших партнеров. Если всех успею обойти, наклеить им таблички, заключить с ними соглашение. Поэтому Крым онлайн в бою. Сниму для вас классный ролик. Прогуляемся по Ялте, посмотрим на его улочки. Обязательно зайдем на набережную, посетим улицу Чехова. Ну и покажу вам красоту. У нас, как видите, отличная погода. Ну что, друзья, поехали! Ну что, друзья, мы приехали на Ялтинский автовокзал к нашему первому партнеру. Это компания, которая предоставляет услуги по изготовлению дубликатов ключей. Если вам нужно изготовить ключ, то обязательно обращайтесь, вам все сделают отлично, качественно, а еще и со скидкой по нашей карте. Наш автовокзал, троллейбусы вот там отправляются, сюда вы поезжаете, если на троллейбусе, туда если на автобусе. Ну а мы идем к нашему партнеру. Находится он почти на остановке, чуть-чуть за ней. И сейчас все вам покажу. Вот мы заходим. И вот наша компания. Вот ее режим работы. Сейчас поговорим с Игорем. Соглашение нами подписано. Вручаю вам карту. Пользуйтесь. А вы, друзья, приходите делать сюда ключи. Вот наши ребята, вот наша наклеечка. Приходите вот сюда, на автовокзале, делайте себе ключи, и вам окажут здесь лучшую услугу и сделают скидку по нашей карте. Я отправляюсь к следующему нашему партнеру. Конечно же, покажу все это вам. Ну, а мы уже увидимся с вами на следующей локации. Пока дойду до машины, покажу вам прекрасную погоду в Крыму, в Ялте. В Ялте сегодня потрясающая, отличная погода. Как раз для работы и походу по городу. Смотрите, какие красивые облака, какие красивые горы. Ну что, а я иду к машине и уже покажу вам нового партнера. Так, друзья, ну, приехали мы сначала с Щербака и пойдем по этой улице. Щербака 1. Здесь какой-то пункт выдачи, наверное, Валберес. И мы с вами идем на Щербака 3. Мы идем в место, где вы сможете остановиться комфортно, по нашей карте получить скидку, получить программу лояльности. Вас будут знать, что вы от Крым онлайн, что вы напишете отзыв на сайте. И поэтому будут ждать и любить. Улица Щербака находится в районе Спартака. Вон я уже вижу наше здание. Пансионат Империал 2011. Вот сюда я хочу вас отвезти, наклеить наклейку нашему партнеру и предложить вам отдохнуть в этом пансионате. Смотрите, какой большой, красивый. И даже со скидкой. Ну, здорово же. Так. Сейчас зайду на территорию. Ни разу здесь не был. С партнером нашим не знаком. Но уже мне очень нравится. Смотрите, как классно украсили. Так. А вот и наш вход. Ну что? Сейчас пойду все выяснять. Приходим в Империал по нашей карте. Вот в это место. И будете отдыхать, ну, вот в такой красоте. Ну, классно же. Здесь ресепшн, тут вас обслужат. Главное, предъявите нашу карту. Ну что, а я пошел дальше к нашим партнерам. Друзья, я иду уже к машине. Я уже приехал на пивзавод. Здесь у нас располагается еще один наш партнер. Сейчас покажу вам. Это очень вкусные суши. Мы постоянно заказываем. У нас получилось у ребят выпросить скидку.
И они для всех владельцев клубной карты дают скидку 10% на все их товары. Это служба доставки Yasai. Вот они, друзья, здесь находятся. Вот можно посмотреть их контакты. Можно найти их в интернете и заказать у них продукцию. Мы очень рекомендуем, потому что сами пользуемся. Они сейчас переехали сюда. Здесь, собственно, готовят. Можно сделать самовывоз, а можно заказать. Ну что, наклеим им наклейку и пойдем дальше. Так, ну что, ребят, наклейку нашу я наклеил. Можете знать, что в Yasai получите скидку, и Yasai есть наш партнер. Поэтому пользуйтесь доставкой, пользуйтесь ребятами. Вот, мы очень вам это рекомендуем. Суши реально отменные. Ну, а я пошел к машине и поехал к следующему своему партнеру. Пришли на улицу Чехова. Сейчас покажу вам детский магазин нашего партнера. Находится он почти в центре улицы Чехова. Вы можете прийти к нему и воспользоваться нашей картой, получить скидку. В этом магазине можно купить детские товары, очень качественные товары. Хозяйка занимается только качественными продуктами, не возит подделки и Китай. Вот он, магазин, детки рулят. Вот здесь можно прийти, воспользоваться нашей картой и приобрести товар. Так что, друзья, следите за нашими видеороликами, наш Валёк. Приезжайте в Ялту. Детки, друзья, рулят вот сюда вот, вот в этот магазин. Так что приезжайте, пользуйтесь. Ну, а мы пойдем дальше. У магазина есть два филиала. Мы хотим с вами еще немножко прогуляться по набережной, взять чашечку кофе, посмотреть на Мойка и показать вам еще один филиал магазина «Детки рулят», который находится на Приморском парке. Приморский парк, пляж. Сейчас мы туда пойдем. Все вам это подснимем, поэтому будет интересненько. А заодно посмотрите, где можно прикупить детских вещей прямо на Приморском пляже. Друзья, нам повезло, и мы можем пока прогуливаться до Приморского парка, пляжа, пройтись немножко по набережной, показать вам прекрасное место, где можно сделать фоточки, прекрасную нашу набережную. Сегодня 20 января, погода великолепна. Сейчас мы еще подойдем на Приморский парк, пляж. Я покажу вам немножко Мойка, на море штиль. В общем, ребята, погода обалдеть. Просто выходить, гулять, отдыхать, восхищаться Ялтой, набережной, морем. Получать много-много удовольствия и наслаждения. В общем, а мы держим путь на второй магазин компании «Детки рулят», чтобы наклеить нашу наклейку. Мы подходим к Приморскому пляжу. Здесь установлена своя елочка. Тут еще атмосфера праздника. Сейчас пройдемся туда на верхнюю, на среднюю, скорее, Приморскую набережную. Посмотрим, сколько там есть людей, что там вообще происходит. И дойдем до магазина «Детки рулят». Смотрите, какая красота. Ярко светит солнце, бьет нам прям в камеру. Но, тем не менее, видим очень много людей. Смотрите, сколько людей гуляет по Приморскому пляжу. По набережной Приморского пляжа. А впереди, если вам видно, Собакин так замер. Он живой? Лежит как. Смотрите. Он не окочурился. Не, спит. Он пузо почесать хочет ему, да? Да, Собака? Скажу вам всем приветики. В общем, идем мы. Смотрите, сколько отдыхает людей. Сколько людей вышло к морю. Вот попить кофеек. Насладиться вот с таким прекрасным видом. Гляньте. На класс. А мужчина вам что-то просит, смотрите.
вселенная. Пошли мне побольше. Ну класс же. Люди пришли на море. Вон мальчик купается. Ну класс, смотрите. Какая шикарная погода. Мы уже подходим к нашему магазину «Детки рулят», к нашему партнеру. Находится магазин на Приморской набережной. Приморский парк. Дальше у нас мы видим, Антоша уже начинает наклеивать наклейку. Как красиво получается. Ну, конечно, это же наш партнер. В общем, детки рулят по карте за детскими товарами. Мы стараемся сделать для вас лучших партнеров в любом городе Крыма. Приезжайте в республику, отдыхайте в республике, экономьте в республике и будьте самыми желанными гостями в Крыму. Вместе с нашей картой, вместе с нашим клубом. Я вот еще хотела показать, у ребят еще новогоднее настроение. Все стоит на витринах, очень красиво все украшено. Много разных тут игрушек мягких, много игрушек для детей. Современных товаров, даже которые я не знаю, вон какие-то чудики стоят. В общем, очень-очень-очень большой ассортимент одежды и игрушек.